«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. А для юных спортсменов эти выходные прошли под девизом «Быстрее, сильнее и выше». Лагерь «Вымпел» снова принимал команды школьной спортивной лиги. В двухдневных соревнованиях участвовали 60 атлетов, боксеров, волейболистов, баскетболистов. Как это было, расскажем прямо сейчас. Юниорская лига объединила 10 городских и сельских школ. Перед соревнованиями по традиции знакомства. Каждая команда представляет символику клуба, плакаты жюри и арт-визитку на сцене болельщикам. Делай два, и будь здоров. Делай два, и будь готов. Делай три, вперед смотри. Здоровье, здесь мы. Эти ребята завоевали славу школьных и городских соревнований. Именно поэтому они здесь. В этом году мы решили подвести итог. Самых активных спортсменов поощрить поездкой в этот замечательный оздоровительный лагерь «Вымпел», для того, чтобы они могли провести 2 дня в борьбе, в том, чтобы они показали свои спортивные достижения, получили бы удовольствие и немножко отдохнули. Впрочем, отдых для спортсменов весьма специфичен. Движение, движение и еще раз движение. Именно поэтому в двухдневной программе перетягивание каната, турнир по волейболу, футболу, шахматам, а также веселые старты и водные состязания. Здесь можно отдохнуть, найти новых друзей, весело провести время и выходные. И также защитить свою школу, принести отличные результаты. Клевая еда, вкусная в столовой. Это самое главное. Хорошая погода, воздух чистый. А спорте-то вообще вспоминаете, что вы сюда приехали соревноваться? Да, постоянно соревноваться. Ну, в основном отдыхать. Судят ребят действующие спортсмены и тренеры. По итогам соревнований первое место среди спортивных клубов заняла команда 17-й школы. Ребята получили кубок, грамоты, а самое главное – массу позитивных эмоций и впечатлений. Татьяна Барулина, Алексей Буланов, Юлия Левицкая. Новости дня.